Всем привет, это у нас маленький X152. В этом видео проверим баг от подписчика. Давайте стартовать. Легко, высокое. Баг заключается вот в чем. Нам нужно попасться боссу именно в тот момент, когда мы уже почти сели на кресло. И нас должны переместить именно в это рабочее место. У подписчика получалось на первом этаже. Так. Это будет мега интересно. Главное, чтобы он был не здесь. Уже повезло, шумим. Смотрите, как в Гренни баг. И давай. До лифта донес. А, похоже, не нашумел. На. Вот смотрите, как только он подойдет ко мне, я должен сесть. Прям вот как только подойдет. Бам! Ес, я успел, похоже, сесть. Я видел значок справа, что я сидел. Давайте смотреть. Просто переместили. Через всю локацию. Я сижу на этом же месте. Так. Тестируем с другим местом. А как меня босс увидел? Давайте шуметь чем-нибудь. Бам. Вот это реально рабочий баг. Ой, да куда ты? Иди ко мне. Бам. Ес, опять получилось. Два из двух пока что. Ну-ка, переместят ли? Ну, сначала ты меня перемещают на мое место. Вставай. Реально на другое место уже переместили. Прямо через серверную. Вау. А интересно, в этот момент можно вставать? Так, мне нужно забиндовать кнопку на вставание. Пробую. Да, встал. Вот, допустим, я попадусь. И потом буду нажимать на вставание с рабочего места. Я окажусь там. Допустим, в серверный. Ну-ка, бам, еще раз. Вот это фантастика, конечно, баг. Что с ним еще можно сделать? Сейчас будем тестировать на других местах. Но сначала вот здесь попробуем. Бам. Нужно 3 из 3. Сейчас нажимаю резко встать. Сейчас смотрите внимательно. Прямо резко нажимаю. Ах ты, еще надо смотреть ролик. Не дают. Пропускаем. А, жесть, почему черный экран-то? Наше место нас теперь уже не интересует. Еще раз то же самое тестируем. Я перезашел с другого эмулятора. Возможно, в этом причина, что у нас черный экран. Так, прикол. Но его почему-то здесь нет. На! Смотрите, здесь главное зеленый цвет, а здесь белый. Так подсвечивается низ почему-то. Это, видимо, так сервера подсвечиваются. Все, что на полу, уже зеленое. Ой, он уже идет. Иди ко мне. Бам. Успел. Все, жму на вылезание с рабочего места. Прям сразу же, смотрите. Как только дадут, возможно, вылезу где-нибудь в нестандартном месте. Нет. Но я вылез, но здесь. Теперь побежали к рабочим. Там будем проверять. Так, ну аккуратненько. А почему бумагу-то с собой не взял? Это жесть. Сейчас бы с бумагой уже сломал принтеры. Нам нужен пропуск в рабочую область. О, иди. Молодец. Так, она меня, скорее всего, не сдает. Ищем пропуск. Но жизнь не отдаем. То как так-то? Смотри, нет ничего. Ну-ка, сюда можно сесть? Нет. Сейчас попадаем к рабочим. И то же самое проделаем у них. Смотрите, помешал ему, возможно. Он не бежит за мной. Это, видимо, потому что не экстрим. Бам. Так, куда можно садиться-то? Во. Ты что, слепой? Вот же. Все же видит меня. Ну-ка сюда. Тоже можно будет. Тестируем. Бам. Ушел. Странный. Да куда ты пошел? Все, ушел вниз вообще. Нам нужна клавиатура, чтобы пошуметь. Тут нету. Вот здесь, видите, тоже пройти нельзя. Тупик. Если босс отсюда пойдет, нам конец.
Тупики надо убирать, чтобы у игроков была возможность всегда куда-то отступить. Клавиатурой шумим. О, идет, молодец. Бам. Я его вообще не видел. Может, уйдет? Так, ну давайте попробуем убежать. Конечно, сразу же. Вообще сразу ловит. Я, конечно же, появлюсь на своем месте. Нужно шуметь срочно. Опять он идет. Так, нам нужно место хорошее. О. Бам. Ес, получилось. Смотрим, где мы окажемся. Неужто у рабочих? Дополнительная жизнь? Да что с тобой не так-то? У него обновление странное. На. Видимо, в случае с багом не работают ни ролики, ни конечные сцены, ничего. Видите, тоже черный экран. Мы с вами так и не проверили с рабочими, перемещают ли меня в эту область. Или баг работает только внизу. И подсказки я отключаю на одну из кнопок. Вот, раз нажал, и все. Подсказка исчезла. Это очень странно. Ух ты. Опять нет пропуска. Ура. Берем что-нибудь, чтобы пошуметь. Вот, допустим, ключ. Бам. На воздухе лежит. Так, вот здесь шумим. Yes. И... Да ты слепой. Бам. Да как? Вот как? Прямо же перед ним это все было. Так, понятно. Вообще с этим местом не везет. Но нужно все равно добиться. Я, по крайней мере, недалеко. Здесь так застреваешь. Ищем снова ключик. Успевай, успевай, бам. И... Бам. Ес, попался. Сейчас дополнительную жизнь не предложат. Будут перемещать. Ес, переместили. Хитро вообще. Я уже здесь работаю. И вылезаю тоже здесь. Класс. Вот это баг-лайфхак. Прикольный. Так, ну сейчас, конечно, ничего не получится. Сел ли? Нет, похоже, нет. Ну-ка, дополнительная жизнь. Просто черный экран. Он, возможно, ничего не заготовил для этого случая. Давайте мы на этом видео закончим. Подписчику спасибо за найденный баг. Всем спасибо за просмотр. Оцените видео лайками. Обязательно комментируйте. Подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.